Дорогие друзья, все мы сейчас переживаем очень странное и непростое время. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что реальность последних недель не столько изолировала нас всех друг от друга, сколько, возможно, даже объединила и сделала ближе. Я приветствую всех друзей фонда Gift of Life с берегов Финского залива, где нас застала пандемия. Призываю всех поддержать фонд и тем самым помочь детям, которым жизненно важны наши поддержка и участие. Спасибо, друзья. Будьте здоровы и счастливы.